Парам-па-па-па-пам. Планеты, планеты. Так, вспомним, что мы делали в прошлый раз. Опа, вражеский флот, что ли? Или не, вражеская планета. Это мы улетели не туда. Так. Ищем без приказов. Вот ты, да? А, облет. Опять одни астероиды. Так. Парам-па-па-па-па-па-пам. А, тут флот собирается. Собирается флот. Давай лети вот сюда. Переместить. Думаю, можно уже отправить, по идее-то. Как у вас флот создать, а? Сейчас вспомнить бы. Выбрать все, допустим. Отремонтировать. Я ж помню, как-то можно было создать все это дело. Только вспомнить бы как. О, как. Так. Отцентрировать вид не то. Так, грузы, так, списание, вернуть запас, советник патрулирует. Ого, наверху, ё-моё, не то, опять же. Создать флот, модернизация. Ремонтировать. А, вот, передача флоту, ё-моё. Да, альфа-флот. Добавить все. Готово. Теперь этот флот может отправиться вот в эту систему. И начать колонизацию. 6 кораблей без приказов. А, ну вы и должны идти. Почему фрегат-то один? Все, идите, давайте. Бегом, бегом, как говорится. Ищем. Вот замечательно. Так. Ага. Все-таки нашел какую-то планету. Можно эту систему себе прибрать. Ох ты. Хорошие планеты, однако, ищет. А флот ушел. Так, исследование. Что у нас тут исследовалось-то? А, добыча, еще что-то. Прикладные исследования. Ну давайте. Ну давайте, ищем. Канонерка. Ну ты составил по флота колонизатор, блин. Ходы у него, видите, остались. Так, ищи другое. Вот мы видим вражескую планету, скорее всего, это. Парам-па-па-па-пам. Как же ты правильно называешься-то? Домашняя планета, откуда они и сами и появились. Не помешало бы к ним флот заслать. Вот, устрашающие строятся. Отлично. Здесь. Научные центры. Ладно, пускай вот эта система у нас вот сюда выходит. Так, вот это вот. Сюда. Угу. Если запереть вот эти две системы. Вот. Вот сюда войска отправить и сюда. Можно и здесь войска разместить вон там. Можно обезопасить целый кусок космоса для нас. Склад снабжения. Так, потом. Доки готовы, да? Отлично. Что тут на планете еще есть? Пофиг, кристаллов много. Корабли сначала. Пять устрашающих.
Давайте. Что из этого выйдет? Чтоб ты показываешь, мало топлива. Действительно, топливо-то. Ё-моё. Вот про это-то мы и забыли. Сколько бы его ни было, топливо рано или поздно кончится. Так. И останется у нас висеть корабль, как спутник банальный. Так. Что там у нас по топливу-то было? У тебя топлива мало. Отмена всех приказов. Иди вот сюда. Там заправишься. А, ну эти идут куда надо. Тут идет создание. Так. Еще пятерку. Вот с 7 кораблей туда прорвется, думаю. И давай пока вот это. А тут, может, модернизировать успеем корабли еще. Перед этим всем делом. Так. Ага, идет за топливом. Там его... Ага, ну ладно. Там на систему скоро на всю топливо будет. Так, тебя тоже надо отправлять. У тебя еще полбака примерно, оно тоже не помешает заправиться. Так. Это флот наш еле тянется. А вот компоненты разработаны. Так. Вот ты. Пополнить запас топлива в ближайшей точке. Ушел. Ну ладно, этот исследует, ему хватит топлива, еще на заправку уйдет. Тут два колонизатора, думаю, можно вполне построить. Как А2. Погодите, это мы там что, колонизаторы стали строить? Ну-ка. А, не, все нормально. Ну, все, зашибись. Так, модернизировать усё. Да. Всё модернизируем. Карательный флот готовится. Так. Угу. Васька. А, тут всё ищет. Прекрасно. Вот, почти дошел. Склады снабжения. Так. Тоже неплохо. Так, резервные экстренные отсеки с топливом и боезапасом. Они используются один раз, после чего разрушаются, но дают немного топлива и боезапаса, соответственно. Так. Корабли без приказов 5. А, это вот эти. Так, флот создадим. Так, создать флот, добавить все. Сиди там. Кто еще? Ну тут. Все, да? Едем дальше. Ракетные корабли справятся с противником. Договор о ненападении они вообще не хотели подписывать, даже в нейтральном космосе, поэтому... Опа. Тебе там не пройти. Да хоре летать, дебил, топливо тратишь. Ну давай, лети, лети. Так вот, бестолочь. Лети вот сюда, здесь топливо нормально есть. Так, что тут еще строится?
А, тут устрашающие готовятся, чтобы перекрыть точку перехода в Сайрок. Тем более, что там нифига нет для нас полезного. Так. Здесь флотилии вроде тоже пока потихоньку создаются. Так. Ага. Так, не то. Не то сенсоры. Так, остановить проект. Корпуса, корпуса. Ракеты. Не помешает. Для того, чтобы создать уже новый, более продвинутый проект. Второе линия устрашающих. Так. Ага. Топлива мало. Трындец. Да, вовремя не посмотрели. И без топлива остались. Хотя старались максимально их обеспечить. Но у этого флота топлива дофигища. Он, может, по идее, еще кого-нибудь подхватит по дороге. А он туда не пойдет, он сюда. А потом может и туда нырнуть. Если совсем уж нужно будет так. Так. Тут у нас все застроено. Но эти-то по-любому все достроены. Небольшие планетки такие. Так. Тут ничего нет. Этот флот туда идет. Тут как раз строится. Так. Парам-папам. А тут все застроено. Здесь, ну, не особо ресурсов. Не стоит. Думаю, в них вкладываться. Построим лучше научные центры. Так. Обрабатываем ходы. Так, так. Ага, ушел, прекрасно. Что еще? А, вот, почти дошел. Новый технологический уровень, ракетное вооружение. Ну, правильно. Готовимся к строительству новых кораблей. Оружейные платформы, кстати, тоже потихоньку изучаем. Вскоре они нам могут пригодиться. Для дальних каких-нибудь аванпостов, точек для заправки, ну и так далее. Построено. Вот, прибыли. Начиная с колонизации наиболее пригодной планеты. Так. Давай. Готовься. А нам еще вот это тут колонизировать надо будет. В путь. Готово. Кристаллы можно добывать там вполне. Всего. Всего. Затраты. Да, нам кристаллы нужны будут. В большом количестве. Так, где-то есть, да? А, вот комплекс по добыче минералов. Эти еще не подошли, ждем. И, кстати, надо будет канонерки наверх отправить и дальше искать. Они уж заправиться должны были. Неплохо тут, кстати, ресурсов. Но первым делом возводим космические порты, космические доки. Ты можешь еще колонизировать, по-моему, одну планету. У тебя вроде как два там колонизатора. Должно быть, вроде как. Так. Ага.
Идет прекрасно. Хоп. Готово. Состояние фото. Еще есть один колонизатор. Пошли. Так, тут у нас ресурсов не особо. А зданий, может быть, смотрите, как много, а? Слушайте. Давайте построим там космический порт. Ну, для начала. Что-то он махом. Время 0 показывает. А, население 0. Все тут осталось. Ёперный бабай. Отмена приказа. Отмена, я тебе говорю. Вот в этом проблема флотов как раз может заключаться. Так, надо перевести людей чуток на ту планетку и чуток еще оставить на колонизаторе. Так. Ага, подошли. Новый технологический уровень. Так, поэтому-то нам сообщение писали, что, мол, нету людей. Так. Так вот. Канонерка. Ищи новые системы. У тебя ресурсов стоять. Почему у тебя топливо не запро... А, точно. Есть такая вот фиговина, как ограниченное количество заправки вход. То есть максимум сразу полностью не заправит. Нужно потихоньку, ход за ходом. А вот ты уже можешь идти. У тебя уже все в порядке. Так. Сообщение. Ну, это бывают такие рандомные сообщения. Так. Вот теперь можно колонизировать вот эту систему. Ой, планету, то есть. Так, ты выйди куда-нибудь погулять, а то мне не видно, что там на планете. Состояние у него. А, во. Значит, органики чуть-чуть и кристалликов. До упора. Там флот, по идее, уже почти создан. Пригоним его из метрополии в систему от красновой колонии. И можно будет... Так, нанести визит вежливости нашим соседям. Так. Ищем. Так. Так. Что тут у нас? Сюда строено? Ага, флот может выдвигаться вот сюда. А теперь нам надо перекрыть домашнюю систему нашу. Для этого как раз подойдут корабли нового поколения. Устрашающие МК-2. Улучшение. То есть у нас даже место появилось под дополнительную броню. Так, на средней палубе. Так, закройся. Хотя стоять. А мы сюда лучше вот установим боевые сенсоры. То есть устрашающие 2. Больший запас топлива. Более прочный корпус. Броня лучше. Боезапас, конечно, маловастый. Но он у нас и не рассчитан для дальних-то полетов. Так, соседние системы и оборона своих устарел. Так вот. Нам нужно будет их 10 штук, чтобы перекрыть систему. Так.
А, можно было бы еще тут построить, ну ладно. Тут все есть. Канонерка. А, на заправку, на заправку. Так, иди давай. Тут пока еще стройка идет, стройка века. Так. Технологии тем временем чуть-чуть перенаправим. Компьютеры должны развиваться тоже, корабельные. Иначе никак. Иначе никак. Так. Угу. Найдешь кого, нет? Надеюсь, в этой системе никого нету. А, там наш боевой флот идет. Вроде бы как. А что-то 4 корабля, вы уж должно быть 7. А, ходов 7. Так. Ох. Ну ладно, объединившись, у вас должно хватить один фиг. Так. Броня обязательно надо прокачать. Иначе что-то у нас броня не развивается. Так, посмотреть сейчас еще, где можно рядом колоться. О, еще нашли. Так. Давайте, идите, идите. Звезда по имени Солнце. Хотя, честно говоря, как там звезда? Звезда по имени Майорам Звезда. Так, ладно. Гэлтен Звезда. Необычно яркая белая звезда. Канонерка на заправку пришла. А, ты заправляешься еще. Эти перекроют вход туда. Ну или могут... Нет, пускай лучше перекроют. Над планетой висеть не будут, поскольку здесь еще вот эту можно прихватизировать. Так, вот эту пока не надо модернизировать. Наши колонизаторы смысла нету. Так. Скалы, скалы. Ага, мы тут можем сейчас что-нибудь в очередь добавить. Много-много минералов тут будет добываться. Эх. Ну ладно. Обеспечивая наш флот. А здесь что? Здесь 5 чего-то может быть. 5 научных центров, допустим. Комплексы, комплексы. У нас тут построен этот самый центр снабжения, это идите его. Нифига он не построен. Как посмотреть-то? Переставить объекты? Нет. О! Нет. Учить создание. Так, покинуть. Запустить, запустить, включить. Отсчет. Радиация, гравитация, температура, нифига себе. Они при такой температуре там нормально живут? Так. Передать груз. А, не, ну видно, топливо создается вроде как. Наверное. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так. Сейчас пока не все походят. Так. Давай ищи там что-нибудь новенькое. Разработаны компоненты. Так, прекрасно.
броню пока оставим в покое. Двигатель давайте до пятерочки добьем. Мы вот эту проверяли, да? Топливо нифига не идет, да? Даже если идет, это одно лишнее точно. Ничего плохого не будет. Так. А вот, построено 0. Системе. Понятно. Ну ладно, подождет пока. А, флот наш не подошел еще. Так, это у нас руководство, помощь и так далее. В общем, тоже вещь полезная. Может пригодиться там, если что. Так, ну и найдешь ты что-нибудь там, нет? А, нифига, да? Пока больше полезного. Давай, иди, иди. О, новый технологический уровень, двигатели. Не добили до пятерки. Ну, бывает. Ага, это что, наш боевой флот идет. Тут создается потихоньку. Так. Ты готов? Пока не готов. Ну ладно, ищи. У тебя вроде нормально топлива хватает. Так. Так, ты у нас будешь защищать вход в систему. Да. Так, отходили, да, почти. Оп. Чем дальше, тем дольше идут ходы. Система почти обыскина, там только максимум на какой-нибудь аванпост. О, система. А, не, есть переход. Показалось, что тупиковая система. Тогда бы, да, там можно было уже завернуть что-нибудь. Система с этими самыми газовыми полями какими-то. Так, отлично. Двигатели на антиматерии появились. Устройство самоуничтожения. Тоже вещь полезная. Давайте планетарную инженерию изучим. Может, что хорошее попадется. Флот почти. Давайте нейрам. Некрон. Ах, там некроны живут. Нехорошие люди-редиски. Так. Надо с ними разобраться. Пока они свою некропехоту к нам не отправили. Так. Парам-папам-папам. Все, мозг начинает скипать. Потихоньку. Так. Так, 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 так. Хоп. О, давай, иди, иди, иди. Хреняк. Хам. Так. Да. Да, это понятно. Так. Опа. Низрам 2, землетрясение. Нифига себе. Низрам 2, Низрам 2. Что-то снесли, да? Нет, вроде. Как посмотреть? Соединение, строение. А, во. Построено 2. А, в системе есть. Тут, по-моему, этих... Да ни хрена там толком нету. Одни научные центры, если только поставить. Охренеть, в каком количестве будет. Так, научно-исследовательский наш центр галактики. Так. Центр империи, конфедерации. Так. Ага. Объединились наконец-то, устрашающий второго поколения. Так. Так.
удалить все, добавить все. Готово. Ходы 3, давайте туда, как раз в следующем ходу перейдете. На всякий случай, пускай ходы в запасе будут. А то вдруг убегать придется. Так. Так, склад снабжения готов. Нехватка ресурсов. Так. Да все нормально, ресурсов. Снабжаем же систему. Приказ сторожить. Так вот, так вот, так вот. Где ты есть? Ага, вот ты где. Тактика, конечно же. Сейчас мы им наваляем. Я надеюсь. Что за фигня с ихними кораблями? Что за чертовы невидимки? У нас-то с кораблями все в порядке. Скорее всего, они какую-то систему используют. Какая-то уникальная технология какая-нибудь, которая позволяет им не отображаться сволочам. Таким. Крайне неудобно. Нам придется маневрировать как-то. Да их не видать, сволочей. Как так работать? Стрельнул, отошел, когда их даже не видно. Как по таким стрелять? Так, ну вроде... ответный огонь по нам почему-то не ведется. Что-то как-то странно вообще, честно говоря. Ну, правда, половину боезапаса истратили. Да, все-таки корабли больше для обороны подходят. И то с небольшими флотилиями. Так что... на пополнение запаса. Так. Планетарная инженерия изучается. Отлично. Прекрасно. О. Эмпайры, эмпайры, сообщения. Какое вторжение? Мы вообще просто мимо летели. Так. Так, так. Ну, давайте. Просто пролетали мимо. Вы сами на нас напали. Так. Да. Так, 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 так. Нехватка ресурсов. Пух, Низрам 2. Да что такое с этим Низрамом? Так, Низрам 2. Что такое у тебя? Ресурсы же должны нормально поставляться тебе. Тут вообще их дофигища. Так, время 0. Население умерло. Вот в чем дело. Так. Ну ладно, построим один колонизатор, потом его как раз на что-нибудь потратим. Так. Готово. Где наш флот? Так, атака. Эта система приказов измененная, нет? По-моему, так же, да? Тактика. Что их там дофигища много. И все они невидимые. Может, глюк именно с этой расой? Странно. Но пока к планете близко не подходим. Хм. Что-то какие-то они странные. Я их не вижу. Безопас есть, значит, какое-то оружие имеется. Раз они не стреляют, скорее всего, на ближнего боя. Поэтому нельзя их подпускать, будем просто маневрировать. Грёбаные невидимки. Все равно сенсоры, видать, вас ловят. Опа, слышите, лазер стреляет.
Ну, вроде как никого не задел. Это ихний. Трындец, у нас патроны кончились. Да, придется внести коренные изменения в конструкцию кораблей, добавив больше топлива. Так, давайте-ка. Линяем. Патронов один фиг нету. Придется модернизировать их. Ну, либо строить новые корабли. По-моему, проще будет внести изменения в имеющиеся. Так, 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 так. Давайте уходим. Так. Эх. Ну, на этом, наверное, давайте завершим. Так, по правде, что немножко уже мозги закипят от этого всего.